Идея проведения таких товарищеских матчей по мини-футболу была предложена областным следственным комитетом еще в прошлом году. Тогда участниками стали две команды – следователей и учеников 28-й школы. Инициатива прижилась и имеет все шансы стать доброй традицией. В 2016-м в борьбу за пальму первенства включился юный «Динамовец». Воспитанники коллектива «Юный Динамовец» Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо» впервые участвуют в этом турнире, который организовывает одними организаторами, которыми является управление следственного комитета по Брестской области. Мы не в одних соревнованиях принимаем участие. У нас проходит ежегодная республиканская спартакиада среди коллективов «Юный Динамовец», который включает несколько видов, в том числе игровые. Уровень данного турнира достаточно высокий. Это уже второй традиционный такой спортивный турнир, можно его назвать. Мы его проводим, конечно, для того, чтобы популяризировать спорт, для того, чтобы ребята вышли на поле и в равной борьбе доказали, кто из них лучше. Непосредственно спорт – только одна из положительных сторон проведения турнира. Некоторые ребята из команды школьников мечтают стать следователями. И в ходе встречи, разумеется, в перерыве между периодами на площадке, они имели возможность задать интересующие вопросы сотрудникам ведомства. У меня родители отдали в 5 классе в кадетский класс, и мне понравилось быть в погонах. И после этого я решил стать следователем. Следователь, он должен быть ответственным, добросовестным, хорошо выполнять свою работу. Спортивный турнир – первое мероприятие цикла, приуроченного к важной дате – пятилетию со дня подписания указа президента Республики Беларусь об образовании Следственного комитета. До юбилейной даты 12 сентября – больше полугода. И за этот период представители ведомства планируют воплотить в жизнь не один важный и социально значимый проект.